лоялисты и предатели, и ксеносов любители, веселые расписки, услышать не хотите ли? Веселые расписки, камеры из спорта, веселые расписки на канале Номер-опа. Пара-пара-па-па, пара-пара-па-па, пара-пара-па-па. Здорово, любители спортивной вахи, а также любители Космодесант Хаоса. Сегодня у нас веселые расписки, и в гостях у нас Космодесант Хаоса. И не просто какой-то Космодесант Хаоса, а создание Байла. Здесь у нас максимально агрессивный ростер, который будет просто стараться сблизиться с оппонентом и разорвать его на части. Здесь у нас в качестве Хаку Демон Принц с крыльями, Темный Апостол, Мастер Пассешена, в нашем, конечно же, батальон Детачмент. Демон Принц с крыльями будет иметь двойную регенерацию. Также он будет лордом, иметь меч, марку Динча, Варп Тайм и, как я уже сказал, крылышки. Темный Апостол, он будет у нас колдовать, точнее, петь Illusory Suplexion, и Master of Possession. У него будет подарок Хаоса и Liber Hereticus. Также у него будет Marcus Van Esche, Mutated Invigoration и Pact of Flesh. Очень сильный набор. Далее идет трупса, собственно, этого батальона. Толпа культистов. Культистов стоит уточнить с автоганами, во главе чемпион с автопистолетом. Еще одна толпа культистов с автоганами и чемпион с автопистолетом. И еще одна толпа культистов с автоганами и чемпион с пистолетом. На этом это безумие заканчивает. И мы переходим в слот элиты. Здесь у нас отряд терминаторов. И господи, как он вооружен из-за ГВ. Поскольку у нас Маркус Ван Эшша, мы даем нашим терминаторам следующий набор опций. Двое у нас идут парни с Чейнфистом и Хэвифлеймером. Двое идут с проклятым оружием и проклятым оружием, то бишь когти. Также у нас 5 пацанов в этом отряде идут с проклятым оружием и комби-болтером. Но самое интересное — это их чемпион. Поскольку у него будет Accursed Weapon, черная руна и трофеи долгой войны. Вы чувствуете, да? Это черная руна у нашего чемпиона. Он будет доставлять проблемы вражеским сейкерам. Далее в слоте элит у нас идут берсерки Хорна. Здесь все стандартно. Здесь у нас берсерк-чемпион будет просто с болт-пистолетом. Хорницкие берсеркеры будут с чейнблейдами и болт-пистолетами. Да и все, собственно. И потом у нас идет две пачки пассеста. Пассест-чемпион и 4 пассеста. И на этом, в принципе, элитка у нас заканчивается. Далее идет фаст-атака. Здесь у нас байкеры. Один байкер-чемпион и 7 обычных байкеров. Байкер-чемпион с булавой, с черной булавой, собственно, еще один релик. И 7 пацанов просто с мечами и комбиболтерами. Далее здесь у нас засунуты рапторы. Рапторы с мечами и болт-пистолетами, и сержант, соответственно, так. Второй детачмент в этом ростре — это Supreme Command Detachment, который дает 3 кп. И здесь у нас Абадон. Вот такая вот расписка. То есть все максимально агрессивное, все идет и рубит оппонента. Все, что может рубить, рубит. Все, что не может рубить, берет топор и начинает рубить. Грубо говоря, агрессивный такой надвигающийся ростер. Я давно не видел подобных боингов. У меня даже начались небольшие флешбеки с шестерки. Я думаю, что эта расписка довольно интересна. Ей наверняка будет прикольно поиграть. Культисты будут обеспечивать скоринг, все остальное будет просто кошмарить оппонента и не давать ему делать миссии. Я думаю, что этот ростер вас не разочарует и даст вам веселый геймплей. Ну а с вами был Дорм, Хаммер Фан. Надеюсь, эта веселая расписка принесет вам много удовольствия. Лично мне очень понравился подход. Обожаю толпы пассестов, хорнитов, которые бегут на врага и режут его. Это довольно весело. До скорых встреч. Пока-пока.